Полезные свойства чая в полной мере проявляются только если пить его из правильной посуды и, конечно же, правильно заваривать чай. Приветствуем вас на канале Посуда Март. У нас все, что вы хотели узнать о посуде. Тренды, современные технологии и вечная классика. Зачем нужны чайные пары? Чайные пары были изначально созданы не для церемоний. У них есть одна важная практическая функция – передавать все грани аромата чайного напитка. Это достигается благодаря форме стаканчика и нейтральному легкому фарфору. Попробуйте налить один и тот же чай в пиалу и в чайную пару и проверьте, заметите ли вы разницу. Аромат как будто начинает звучать объемно и глубоко. Пожалуй, выбор чайной пары можно сравнить с выбором правильного бокала для вина. Конечно, такое уважение к чайному аромату могло появиться только в Китае. В это же время появляется чайная церемония, на которой люди часами пьют чай, уходят, потом приходят снова, а аромат все так же остается. А еще чайные пары были и остаются прекрасным подарком на любое торжество. Итак, топ-5 чайных пар, по мнению покупателей, Посуда Март. Чайная пара из костяного фарфора объемом 250 мл бренда Анна Лафарг, коллекция Прованс. Чайная пара отличается нежным цветочным оформлением, легкий декор ярких оттенков создаст волшебную атмосферу во время чаепития. Посуда выполнена из высококачественного костяного фарфора и покрыта глазурью. Одним из важных достоинств этого материала является его поразительная способность сохранять тепло. Благодаря высокой прочности фарфор надолго сохраняет свою красоту, не боится высоких температур, подходит для использования в посудомоечных машинах и микроволновой печи. Фарфоровая чайная пара Шер Бланк объемом 215 мл бренда Наритаки. Шер Бланк – это безупречная коллекция посуды из тонкого белоснежного фарфора. Фарфор покрыт специальной глазурью, благодаря чему повреждения поверхности столовыми приборами исключены. Классическая форма чашки остается всегда актуальной и выглядит благородно. Решетчатый объемный рельефный декор и акцентный ободок с завитками выглядит особенно утонченно и придает посуде индивидуальность. Коллекция идеально сочетается с цветной посудой, легко впишется в совершенно любой интерьер. Можно мыть в посудомоечной машине. Фарфоровая чайная пара Пелювит объемом 250 мл, коллекция Плиссе. Плиссе – это коллекция белоснежного фарфора, была создана еще в середине прошлого столетия. Но и сейчас она не потеряла своей актуальности. Изящный дизайн с рельефным плиссированным рисунком известен во всем мире как воплощение французской элегантности. Его еще можно сравнить с маленьким черным платьем от Шанель. Посуда выполнена в мастерских Франции из фарфора 100% французского происхождения. Чайная пара подойдет как для праздничной, так и для повседневной сервировки стола. Она прекрасно комбинируется с другой посудой, подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Фарфоровая чайная пара объемом 180 мл бренда Lenox, коллекция Platinum. Федерал Platinum – это простая, но безупречно изящная коллекция посуды. Минималистичная окантовка цвета платины, нанесена по краю предмета, придает посуде особую индивидуальность и утонченность. На мой взгляд, очень стильная чайная пара. Посуда выполнена из костяного фарфора, одним из важных достоинств которого является его особая прочность и способность сохранять тепло напитка. Можно мыть в посудомоечной машине, но, как вы понимаете, нельзя использовать в микроволновой печи. Чайная пара из костяного фарфора бренда Aqua объемом 350 мл бренда DuPont, коллекция Айлей. Классическая изящная форма в сочетании с восхитительным цветочным декором. Вот так несколькими словами можно описать эту чайную пару. Посуда выполнена из костяного фарфора, чрезвычайно износостойкого и прочного материала, что делает чайную пару идеальной для ежедневного использования. Фарфор покрыт специальной
высококачественной глазурью, благодаря чему повреждения поверхности чайной ложкой или другими столовыми приборами исключены. Особенностью бренда было и по сей день остается то, что при производстве фабрика практикует метод ручного литья. Благодаря этому кружки получаются с тонкими стенками и практически невесомыми. А завершить сегодняшний ролик мне бы хотелось словами одного моего знакомого чайного мастера. Полезные свойства чая в полной мере проявляются только если пить его из правильной посуды и, конечно же, правильно заваривать чай. А на сегодня это все новости из мира посуды. Не забывайте подписываться, ставить лайки, звонить в колокольчик и пишите мне ваши комментарии. Уникальную посуду для решения любой кулинарной задачи можно заказать в интернет-магазине «Посудамарт» или прийти, подержать в руках и лично проверить качество в нашем магазине «Посудамарт». Адрес магазина в описании ролика. До новых встреч!